Привет-привет! Сегодня в своем блоге на обустроено.ком я хочу заняться декупажом. Декупажом пасхальных яиц. Нет, не пенопластовых и не пластмассовых, а самых что ни на есть, настоящих куриных. Как так? Лак? Клей? Нет-нет. Сегодня нам потребуется только яичный белок. Ну и, конечно же, яйца. А выполнять работу мы будем с помощью салфеток с мелким рисунком. Ну, во-первых, потому что яйца у меня небольшие, крупный рисунок будет выглядеть не очень симпатично. Нам потребуется еще вилка и удобная кисточка. Белок отделен от желтка и аккуратненько взбивается вилочкой. Пена нам не нужна, но нам должно быть удобно набирать его кисточкой. От трехслойной салфетки классическим способом отделяем верхний цветной слой. И вырываем подходящий мотив. Теперь берем наше яйцо, прикладываем к нему изображение, набираем яичный белок и приклеиваем классическим способом, так как мы работали с вами с клеем. Вот так будет выглядеть наш рисунок на яйцах. Абсолютно безопасный способ.
Вот такие замечательные яйца у нас с вами будут получаться. Теперь выкладываем их на тарелочку и оставляем высыхать.